Представьте, пожалуйста, и расскажите, как прошла сегодняшняя игра. Анатолий Акимов, игрок команды Ренет. Игра прошла в целом под нашу диктовку. Ничем соперника, к счастью, у нас удивить не получилось, не удалось сегодня. Единственное, что первое они, конечно, забили, нам отыгрываться пришлось. Не совсем комфортная ситуация была, а так, в принципе, ход игры мы контролировали. На чужой половине вели, конечно, разрывы делали, ошибались, пропускали контратаки. У нас, в принципе, как правило, у нас так и есть. Сделали все, что могли. Можно было, конечно, больше забивать, но так 4-2, я думаю, более чем достаточно.